Команда «Энергокласса» из Новочебоксарского лицея номер 18 завоевала второе место в финале школьной лиги международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». В этом году он прошел в онлайн-формате. Все команды-призеры получат дополнительные баллы при поступлении в 19 вузов России. 48 команд из разных регионов России соревновались между собой. 10 из них из энергоклассов «Русгидро». Ученики старших классов формировали группы по 3-4 человека. Итоговые работы финалистов школьной лиги посвящены внедрению экологических решений на предприятиях промышленности. Задача была проанализировать предложенную в кейсе проблемную ситуацию и предложить выход. Нашей команде достался кейс «Круговорот углеводорода в быту и промышленности». В задании кейса вам нужно было составить преференции для этой экономической зоны, разработать всякие такие фишечки, чтобы привлечь молодежь правильно сортировать мусор, утилизировать его. Также нужно было нам придумать замены полиэтиленовым упаковкам, то есть, например, моей частью задания было то, что я должна была разработать дизайн упаковок и замены полиэтиленового целлофана, то есть многоразовые воски, которые когда-то давно мы использовали, все-таки возвращаются в нашу современную жизнь. И мы немножко усовершенствуем. Это уже не первый успех учащихся энергоклассов «Русгидро» из Чувашии на чемпионате. В прошлом году команда региона также заняла призовое место в финале. Тогда новочебоксарцы стали вторыми. Команда из города Спутника хочет и на следующий год принять участие в конкурсе в том же составе, чтобы внести свой вклад в природоохранную деятельность. Я считаю, что в наше время эта тема затронута не зря, потому что сейчас люди начинают уже задумываться над проблемами экологии, и этот кейс заставляет детей, подростков также задуматься над этим, придумывать пути решения.